Всем привет! Вы на канале CryptoBull. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня продолжим рассматривать такой проект, как CAIO. В прошлой части мы узнали, чем занимается данная компания, что она предоставляет, какие услуги, какие особенности. В этой части поговорим о самой токеномике, о дорожной карте и о предпродаже токенов NFT. На сайте опубликованы смарт-контракт данного токена, имя токена NFTC. Сам токен смарт-контракт построен на цепочке, как я уже говорил, Binance Smart Chain, то есть BIP-20, и общий объем составляет 1 миллиард токенов NFTC. Распределение происходит следующим образом: 50% выделено на сообщество, 19% выделено на ликвидность DEX, 12,7% выделено на предпродажу, 10% выделено разработчикам, и также еще 2,3% выделено тоже разработчикам, и 1% на аэродроп. Воздушное десантирование. Распределение токенов выглядит по следующей схеме, мы можем наблюдать на сайте. Как мы видим, по дорожной карте на первый квартал 2021 года только начинается разработка проекта, так что это новая платформа, можно понаблюдать. На второй квартал 2021 года планируется краудфандинг, запуск NFT Marketplace и DEX. Также кредитование и заимствование запустить и аудит смарт-контрактов. На третьем квартале уже запланирована межсетевая интеграция, мобильное приложение, расширенное хранилище NFT, АМ ликвидность NFT и разработка игр. Ну и на конец года уже планируется панель запуска и инкубатор, развитие экосистемы и улучшение системы управления. Также на сайте предоставлена информация о предпродаже самих токенов NFTC. Модель ценообразования разработана таким образом, чтобы она могла легко взлететь до небес и получить стабильность. 12,7% токенов доступны на предпродажной стадии и начинается с 1 числа. Начиная с пассивного раунда, предварительная продажа NFTC токенов предлагает ранним инвесторам только 12,7% токенов, что составляет 12 700 тысяч. Сейчас секунду, точно почитаю. Составляет 127 миллионов токенов. Мы находим более эффективный способ сделать это более эффективно, поэтому окончательная продажа будет в формате стартапа на Gate.io. Пассивной раунд первый составляет 1 BNB, равно 200 тысяч токенов NFTC. Продолжительность будет всего сутки. Предпродажа первая 300 BNB, 1 BNB равняется 150 тысяч токенов NFTC и на 24 часа, и продолжительность 4 дня. И на вторую стадию предпродажи 600 BNB составляет 120 тысяч токенов за 1 токен BNB. Продолжительность тоже 1 день. Также немаловажно, что команда уже работает на сети Binance Smart Chain, имеет партнеров такие как OpenSea, PancakeSwap, Uniswap, Gate.io и Chainlink. Довольно-таки хорошая поддержка, которая поможет, думаю, пройти довольно-таки хорошо. На этом мой обзор закончен. Переходите на сайт, ознакомьтесь со всеми документами, со всей историей, проводите свой анализ и только после этого делайте свои инвестиции. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки оставлю в описании. Всем спасибо за внимание. Всем пока.